Всем привет, я Дмитрий. Сегодня у нас моделирование по референсу. Чтобы не затягивать наше занятие в пространстве и времени, мы в качестве эксперимента решили сделать урок, представляющий собой ускоренное видео с нашими закадровыми комментариями. Важные моменты будут воспроизводиться с нормальной скоростью. Урок для начинающих, но знакомых с интерфейсом программы Cinema 4D. Мы создадим композицию с участием вот этих замечательных девушек. Это всего лишь пряники с кремовой помадкой, выбирайте любой на ваш вкус. И поехали. Открываем нашу программу, переходим в вид сверху, заходим Options, Configure, во вкладку Back, в Image переносим наш референс, можем его настроить, выбираем инструмент Polygon Pen, в настройках в режиме выбираем Polygons, и как обычной кисточкой рисуем по поверхности, создаем нашу сетку. Здесь я вижу, что радиус немножко великоват, я его настраиваю, уменьшаю. Опять захожу в настройки полипена, уменьшил радиус, продолжаем рисовать в режиме кисточки. Если в какой-то момент мы отпустили клавишу мыши, чтобы продолжить, надо удерживать Shift и потянуть за ребро. За крайние точки берем, поправляем. После того, как поправил, выбираю режим редактирования ребер. Двойным кликом выделяю нижние ребра, нижний ряд. Удерживая Ctrl, тяну вниз, выбираю Scale, поправляю, Rotation, поправляем. Выбираю инструмент Leaf Selection и подтягиваю наши точки по периметру нашего референса. Это делать можно любым инструментом, мутулом, можно тем же полипеном, кисточкой, чем угодно. Здесь инструмент Loop Cut. Сделал дополнительный разрез. Продолжаю поправлять точки. Выбрал кисточку в режиме Smooth, разгладил нашу сетку. Здесь делаю то же самое, что делал внизу. Двойной клик в режиме Edge, выбираю верхние Edge, Ctrl тяну вверх. Еще раз удерживая Ctrl тяну вверх. Здесь решил нашу сетку немножко разрядить. Полипеном сплавляю точки и удаляю лишние Edge. Опять же поправляю. Удерживая Ctrl, тяну за ребра, за Edge. Тем самым продолжаю делать сетку. Опять же Ctrl вверх. Scale. Полипеном за точки поправляю. И еще раз то же самое. Дальше создаю элемент диск, захожу в отображение дисплей, меняю режим на wireframe, отображение сетки, выставляю 8 сегментов, поворачиваю, масштабирую, копирую, выбираю все наши объекты, превращаю в один объект connect object and delete, выбираю polypen, сплавляю точки. Двойным кликом выбираю верхние эджи, Ctrl перемещаю вверх. Если где-то я опаздываю объяснять, здесь все понятно. Я не пользуюсь хоткеями. Все инструменты вынесены у меня на рабочую область. Все на виду. Здесь удерживая Ctrl продолжаю строить полигоны. Сейчас у нас идет просто плоский объект, плоскость, которую мы потом с помощью команды Extrude выдавим. Если что-то не получается, делаю Ctrl-Z, отменяю команду и переделываю заново.
много способов, как смоделировать нашу плоскость. Даже можно взять просто объект plane, сделать на нем определенную разбивку и переместить нужные точки согласно нашему референсу. Возможно, было бы еще и аккуратнее, чем у нас сейчас. Но у нас кусок теста, здесь у нас не хай-тек модель, не какое-то там hard surface сложное моделирование. В нашем случае вполне себе сойдет. Конечно, вы можете сделать это все более грамотно и более аккуратно. Выбираем инструмент в режиме Edge Loop Selection. Ставим, проверяем гарочку, чтобы стояла Select Boundary Loop. И в экструде выдавливаем. Удерживая Shift, кликаем на режим точек. У нас выделение переходит на точки. Выбираем кисточку, режим Smear. И передвигаем точки в режиме вида сверху по периметру нашей печеньки. Вот здесь у нас косяки. Переходим, сделал Ctrl-Z. В окно перспектива редактировать нельзя, иначе у нас точки будут не по плоскости. Продолжаем поправлять сетку. Если где-то что-то не нравится, можно поправить. Можно также сделать какое-то выделение, выделить определенные точки и инструментом Brush в режиме Smooth все это разгладить. Делаем дополнительные разрезы. Сделал в районе фартушка, поправил. Чтобы не было длинных полигонов, делаю еще пару разрезов. Дальше выбираем режим полигонов, применяем экструд, проверяем, чтобы была включена Create Caps обязательно. Далее Loop Selection. Снимаем галочку Select Boundary Loop. Выбираем предпоследний Edge. И применяем Bevel в режиме Solid. Вижу небольшие косяки, которые Ctrl-Z и поправляю. В виде сверху, чтобы у нас модель выдавлена, чтобы верхние и нижние точки симметрично редактировались. Хотя тыльная противоположная сторона нас совершенно не интересует. Дальше я выделяю эджи, где у нас будет граница экструда на сочленении наших элементов. Применяю bevel. Вот в одном месте мне не понравилась состыковка. Беру нож, knife, режу single line visible only. Беру weld, сшиваю точки. Теперь у нас все одинаково. Вот дальше fill selection. Если мы не сняли выделение с Edge, у нас оно зафиксировалось. Fill Selection, Edge Fix Selection, Edge. Удерживая клавишу Shift, выбираю наши островки, которые мы будем выдавливать. Здесь в районе туловища мне надо было расширить область выделения. Но так как у нас выделены другие элементы, Grow Selection не сработает, я перешел в режим выделения Loop и выделил еще дополнительный периметр. Это для того, чтобы
экструд, вот это вот, где будет у нас изгиб, чтобы не было вот на вот этом элементе, где у нас полюса, где сходятся в одной точке 6 граней. Таким образом, у нас на месте изгиба будет меньше артефактов. Следующее, что мы делаем, удерживаем клавишу Ctrl в режиме Move Tool, тянем вверх, выдавливаем. Вот. Но так как мы выбрали еще дополнительную грань, она у нас две грани вместе, поэтому у нас, чтобы было как можно лучше сглаживание, нам ее надо немножко раздвинуть друг от друга, вот эти две грани, иначе у нас как получается как дополнительный edge фиксирует жесткость, мы от него должны избавиться. Ну, здесь я пошел таким путем, выбрал кисточку в режиме smooth. В режиме выделения полигонов нажал Shift, выбрал выделение точек, сделал Groove Selection и применил кисточку. Таким образом, немножко наша поверхность немножко разгладилась. Вот, снял выделение с точек и разглаживаю те места, где нам, мне кажется, проблемные. Вот, взял элемент, теперь выбрал опять ту же самую грань дополнительную, дополнительный edge, взял инструмент Slide Tool и попробовал еще им немножко поработать. Так, здесь я перешел в выделение полигона, выделил верхний полигон. Здесь, по-моему, я пользуюсь инструментом Phong Selection. И потянул вверх за наши островки вот эти вот определенные поверхности. Таким образом, наша модель еще больше сгладилась. Теперь мне надо сделать вот этот вот фартушек. Я сделал пару разрезов эджей, выбрал инструментом Fill Selection нужную нам область и потянул, удерживая Ctrl, потянул вверх, как бы сделал экструд. Вот, все нормально. Теперь выбираю в районе фартушка вот эти вот крайние эджи. Вот я их выбрал, удерживая Ctrl-Shift. И немножко потянул вверх для создания большего объема. Применяем генератор Subdivision Surface с помощью команды Current State Object. Дубликат сохраняем, вдруг он нам пригодится. Смотрим, как выглядит то, что у нас получилось. Дальше нам надо сделать в режиме Edge разрез для того, чтобы сделать развертку вот где-то снизу здесь. Переходим в рабочее пространство UV Edit. Выбираем наш объект, режим выделения полигонов для работы с разверткой. В Projection выбираем фронтал и окно проекции вид сверху. Нажимаем фронтал, переходим в Relax, следим, чтобы была включена галочка, по которой будет наш разрез. В режиме ABF кликаем. Вот проверяем LSM и ABF. ABF работает с органикой более корректно, более тщательно разворачивает. Это все равно, что мы наступили на нее ногой, расплюснули по асфальту. Расплюсывать надо очень тщательно. Следом переходим в окно Optimal Mapping и понимаем, что нас фронтальная сторона лицевая интересует больше, чем тыльная. Тыльную сторону можно уменьшить. Я пользуюсь инструментами Connect Selected. В режиме Move Tool выбираем один из полигонов, Connect Selected. Переходим в масштабирование, уменьшаем. Фронтальную часть точно так же увеличиваем. Снимаем галочку с Equalize Instance Size, иначе у нас размеры восстановятся. Нажимаем Apply. Все, таким образом мы будем использовать максимально возможное пространство. Перешли в окно Body Paint 3D Paint. Здесь, в отличие от стандартного меню, я вкладки Layers и Colors разнес на отдельные командные панели. Также добавил
Picture Viewer для того, чтобы брать оттуда образцы цвета. И разнес две вот эти вот вкладки View и Texture. Вот в левую сторону и в правую сторону. Также добавил Texture Selection, вынес наверх. И обычный Select вкладку вынес над окном View. Для того, чтобы было удобнее. И с левой части перенес в правую инструменты для рисования. Сейчас я выделяю Edge тех мест, где у нас будет раскраска. Нижняя часть это вот у нас корж, а верхние элементы будут цветными, как на референсе. Беру инструмент Loop в режиме Edge и все выделяю, удерживая клавишу Shift. Во вкладке Material создаем материал двойным кликом. Кликаем на красный крестик, двойной клик на серый крестик, создаем канал цвет, выбираем по умолчанию заливочный какой-нибудь цвет, без разницы какой, можем выбрать пипеткой, ну, это будет коричневый цвет теста. Переносим наш материал на объект, вот он сразу в окне перспективы отобразился. Дальше выбираем режим Edge, где у нас отмечены все наши Edge. Fill Selection, выбираем область. Например, вот тут синюю область туловища. Берем пипетку, снимаем образец цвета. Вот во вкладке Colors мы можем проконтролировать образец цвета, который мы взяли. Это я немножко поспешил. Возвращаемся в Fill Selection, создаем выделение Create Mask from Selection. Заходим в Feather, выбираем сглаживание на пару пикселей. Опять выбираем Fill Selection, заливаем выбранным нами цветом в нашу отмеченную область. Смотрим, как выглядит. Если все устраиваем, продолжаем дальше. Выбираем Edge, Fill Selection, следующую область. Создаем новый слой. Выбираем образец цвета. Опять же заливка. Так, только маску не создал. Забыл создать маску. Опять Create Mask, Create Mask from Selection. Feather. Размытие, чтобы было не сильно грубо. Заливка. И продолжаем все наши элементы таким же самым способом. Все просто. Здесь забыл сделать разрезы для того, чтобы выделить. Потом Fill Selection удобнее потом воспользоваться будет. Вот Fill Selection, желтый цвет. Если где-то что-то напутал, можно в конце концов вручную все подправить, взять простую кисточку, снять везде выделение и вручную подкорректировать, поправить. Здесь я создал новый слой, выбрал жесткую кисточку, удерживая Ctrl, можно пипетку можно брать прям непосредственно в окне Color, можно удерживая Ctrl левой кнопкой мышки кликнуть на любом расцвете цвета. Вот беру жесткую кисточку, выбираю нужный размер, захожу в Size и включаю галочку Randomizes и выбираю какой-нибудь процент, минимальный и максимальный. Каждое касание у нас будет случайным образом менять размер от тех значений, которые мы выставили. Здесь мы выбрали вот этот синий-серый участок цвета, нанесли на верхнюю часть. Берем пипетку, выбираем белый цвет и наносим точно так же на нижнюю часть. Просто рисуем как в фотошопе. Рисовать можем в окне текстуры, а можем непосредственно на объекте. Создаем новый слой.
пипеткой. Нет, здесь просто убавил brightness, сделал почти черный цвет. Понял, что надо отключить в сайзе Randomize. Сначала я добавил жесткости. Вот, заходим в Size, выключаю Randomize. Выбираем, возвращаем, выбираем белый цвет. Не, удерживая Ctrl, нам же нельзя рисовать другим цветом, иначе будет видна разница. Вот здесь я могу включить или выключить отображение развертки. Если она мешает, можем выключить. То, удерживая Ctrl, взял образец цвета, который у нас, который мы рисовали раньше. Проверяем, что у нас все нормально. Добавляем некоторые штрихи. Переходим в окно Materials. На желтой области правой кнопкой мыши выбираем новый канал Bump. Он у нас должен быть черно-белым. Saturation выводим в 0. Выбираем не черный цвет, а немножко сероватый, ближе к серому. Вот теперь у нас два канала, цвет и bump. Сохраняемся. Если у нас вот эта вот активная иконочка, то она нам позволяет одновременно рисовать на всех выбранных нами каналов. Если она отключена, деактивирована, то мы рисуем только на одном. Можем выбрать разный цвет для разных каналов с разной интенсивностью и параллельно рисовать. Вот я Fill Selection выбрал необходимую нам область. Сделал маску, такую, как мы раньше создавали. Провожу некоторые настройки. Вот если мы заходим в bump, вот у нас первоначальное значение у нас без рельефа 18. Значит, мы можем делать меньше и больше. Также вот у нас есть дополнительные всякие настройки в окне Layers. Можем регулировать там прозрачность или разные режимы наложения. Вот я проверяю, что получается. Надо выбрать другую кисточку с каким-то шумом. Например, вот. Здесь у меня выбраны два канала, но так, сейчас я добавляю Randomize в размер. Здесь я не выбрал цвет. Цвет он у меня точно такой же, как он присутствует по умолчанию, коричневый вот этот вот. Вот я его немножко меняю темнее, и теперь цвет у меня станет темнее. Будет появляться bump, рельеф, и меняться цвет. И так вот теперь манипулируя цветом, делая его ярче или меньше, можно менять насыщенность, оттенок. Вот bump тоже делаю, то больше от 18 от нашего нейтрального значения, то меньше. Можно менять размер кисточки, сами кисточки, любые настройки, параметры. Вот spacing, это расстояние между вот этими мазками. Можно рисовать непосредственно в окне текстура. Где хотите, там рисуйте, как удобно.
выделение для того, чтобы отделить вот эту нашу часть и случайно не залезть на лицевую сторону, где у нас вот это вот цветные вот эти вот помадки, наши крема. Так, переходим, отключаем режим мультирисования, переходим в канал цветности, делаю инверсию и теперь делаю без бампа некоторые мазки на наших цветных фигурах. Выбираю тот же самый цвет и немножко уменьшаю яркость, например. Или добавляю. Так, сохраняемся. Нашу фигуру мы немножко испачкали. Она так выглядит более реалистичней. Дальше мы добавляем еще один объект. Создаем сферу. Выбираем в сфере вот такую вот сферу. Генератор Taper. Удерживая Shift, применили генератор. Крутим настройки. Опять Current State Object сохраняем на всякий случай. Перевели в редактируемое. Двойным кликом разрезаем Edge для того, чтобы наш объект развернуть. Чтобы было больше контролируемых разрезов. Программа может развернуть по умолчанию, но нам лучше разрезать самим. Выбираем фронтал. Нажимаем на Tech, если у нас ничего не отображается. Здесь мы просто забыли включить выделение, режим выделения полигонов для развертки. Вот. Фронтал сначала, потом Relax ABF. Следим, чтобы стояла галочка Cut Select Edges. Можно нажать несколько раз. Потом Optimal Mapping Apply. Переходим в Body Paint. Создаем материал. Кликаем на красный крестик, который он нам разрешает создать. Перейти в режим Body Paint, создать материал. Нам достаточно будет одного материала цвет. Главное не забывать переименовывать, чтобы мы не путались. Создаем слой. Берем пипетку образец цвета. Заливаем. Мы забыли перенести материал на объект. Переносим. Теперь мы его видим, как он отображается в окне проекции. Включили отображение UV-сетки. Берем кисточку. Выбираем нужную нам кисточку пожестче. Опять же я выберу Randomize. Параметры Size. Берем пипетку, выбираем образец цвета. И вперед. Таким образом у нас каждые клики будут разные по размеру. Добавляем spacing и меняем размер кисточки. Здесь я хочу рисовать непрерывно. Вот за счет spacing будет создаваться такой вот предпоследний. Я кликаю вручную и продолжаем. Вот здесь какой момент у нас в этом месте разрез.
простой кисточкой я здесь не сделаю ничего, никак не смогу сделать нормально разрез, нормально нарисовать. Для этого есть Paint Projection. Вот я ее сейчас выбрал, кликнул один раз и опять перешел в режим обычного рисования. Называется Projection Painting тот инструмент. Переходим в стандартное окно, переименовываем наши объекты и с помощью команды Axis Center переносим оси наших объектов в нижнюю часть, чтобы потом удобнее было их масштабировать, когда они будут стоять на полу. Создаем стандартные Redshift материалы. Redshift Materials переименовываем. Открываем ноды Shader Graph Editor. Но предварительно нам надо закинуть наши текстуры в Photoshop и пересохранить их в формате, в том, котором вам удобнее, но не PSD, который некорректно сработает в Redshift. Я их сохраняю в формате PNG. Закидываем наши текстуры в окно Graph Editor. Цветность применяем Diffuse. Bump через ноду Bump Map применяем Overall Bump. Меняем наши стандартные материалы на материалы, которые мы сейчас создали. Открываем окно Redshift Opera. Включаем просмотр. Прежде всего нас интересует канал бампа. Как он у нас отображается. Вот можно его покрутить, настроить. Регулируем канал Reflection. Reflection мы не делали отдельно, отдельной текстурой. При желании можно тоже сделать. Добавляю Bump Blender. Шум. И через ноду смешивания бампа, вот я сейчас включил, смотрим, как у нас выглядит шум, добавил там координату, по-моему, поменял на единичку, и настраиваем параметры. Здесь я сделал одну ошибку, потом кто увидел, тот может догадаться, кто работает в Redshift. Я сейчас ее исправлю. И то же самое повторяем вот я скопипастил на другой материал. Вот я понял, в чем ошибся. Noise пустил без ноды Bump Map. Вот теперь отображается корректно. Подстраиваем уровни воздействие. Вот здесь делаем то же самое. Overall bump. Уменьшаем немножко значение. Закидываем нашу текстуру. Канал Diffuse. Вот, собственно, основную часть работы мы проделали. Можно вернуться в Graph Editor и немножко подстроить. Это уже делайте каждый на свое усмотрение.
Вариантов много, можете и displacement закидывать. Можно еще, можно все. Создаем plane, второй plane. Это будет полустена. Создаем коробку, в которой будет наше яйцо лежать. Перевел редактируемое. Сделал сверху inner extrude. Удерживая Ctrl, опустил вниз. Получилась коробка. Перемещаем, ставим на пол. Ставим туда яйцо. Применил инструмент Sketch, нарисовал такую вот линию. Это инструмент в разделе сплайнов. Надо перешел в режим точек и инструментом Move Tool выбрал примерно точку, которая находится посередине. И с помощью Grove Selection двигаю в одну, то в другую сторону. Каждый раз выбирая Grove Selection. Вот, чтобы у нас вот эта вот наша лента получилась объемной. Создаю plane. Делаю разбивку побольше, 1000, ставлю 1000 сегментов. Вот. Это у нас будет упаковочная уплотнительная лента. Ну, вот, применяю инструмент spline wrap, закидываю туда наш spline. Настраиваем ось, если у вас отобразится немножко некорректно. Перевожу Current State Object. Дубликат на всякий случай сохраняем. Нам остается применить на нашу ленту тег Simulation Soft Body. Практически по умолчанию там я там ничего не менял. А на наши статические объекты Rigid Body. То же самое для коробки и также для, если у нас некорректно будет проходить симуляция, я еще переключил там режим с автоматики на Static Mesh. Вот смотрим, что происходит. Вот переключилась на Static Mesh и симуляция стала более корректной. Здесь я делаю импровизированный штакетник. Этот момент, если кто не хочет, можете пропустить. Примитив куб. Перевожу его в редактируемое. Луп по скатам в режиме полигонов. Делаю разрез. Return Tool. Вот, удерживая Shift, уменьшил. Здесь, правда, я забыл сразу применить, спаять вот эти верхние точки, применить Optimize. Это я выделил ребра, нажал Dissolve, растворить. Взял инструмент нож, удерживая Shift, провел вертикальную линию, сделал разрез, отключил Visible Only. Вот здесь, вот нажал Optimize. Все стало хорошо. Выбрал Edge, подстроил, посмотрел, как выглядит вот так, не понравилось, Ctrl-Z вернул все назад, закинул все в клонер, настроил, выбрал по X, per step, нужное количество. Опустил на пол и добавлю еще там пару штакетин, пару перпендикулярных перекладин. Это инструментом сначала создал, потом инструментом transform перенес туда в нужное место. Так, надо отключить.
не мешали наши плейны. Вот клонированием, где же Ctrl, создал одну и вторую, перенес туда. Закидываю в одну группу. Включил снэппинг, перенес ось вниз. Теперь спокойно можно масштабировать. Создаю еще дополнительные материалы. Переношу текстуру в канал Diffuse. Через Node Correct применил, убрал Saturation, применил Displacement. Добавляю Tech Reshade Object, выставляю нужные галочки. Немножко добавляю Reflection. Смотрим, что получается, ждем. О чем-то думаем. Так, и тут тот же самый материал переношу на наш забор. Сначала хотел создать что-то другое, но потом решил, зачем, пусть будет то же самое. Единственное, что способ проекции мы не будем делать для него UV-развертку, мы просто поменяем саму проекцию. Вот проекция кубик, единственное, ее надо подстроить. Зайти вот в меню вот этот текста и редактирование осей. Включил Scale, подстраиваем и смотрим сразу в окне IPR Render. Вот интерактивно посмотрели. Применяем то же самое к нашему ящику и точно так же берем и настраиваем, крутим, меняем масштаб. Если нас устраивает, зачем делать развертку? Это будет не на виду. Вот в общих чертах все нормально. Так, и на вот эти задние перекладины то же самое. Просто развернул и все. Тот же самый материал. Материал взят с интернета. При желании можете нарисовать сами. Вот это я расклонировал нашу ленту. Чтобы ее было побольше, взял магнит, немножко ее подправил. Вот смотрю, как она падает. Здесь у меня вышла проблема, которую я потом ее, вот потом нашел, ее исправил. Это надо зайти в Edit Project Setting или Ctrl-D во вкладке Dynamics, увеличить значение Steps per Frame. Что слишком быстро летело, не успевала динамика срабатывать. Там по умолчанию значение, по-моему, 5, я поставил 10. И уже было достаточно. Вот применил, склонировал тот же самый материал, что и на полу, и только поменял в нем текстуру.
Теперь создаю свет, создал прожектор. Сразу применил к нему target, цель. Объектом цель туда добавил наше яйцо. Вот теперь, как бы я прожектор не крутил, он все время смотрит туда, куда нам надо. Это у нас был рисующий свет, теперь делаю заливочный Aria Light. Тут уже на ваш вкус. Это я включил камеру и включил замочек, зафиксировал. Вот в окне при включенной, при выбранной и включенной камере, вот окне APR, вот эта третья иконка, замочек, я его залочил. Потом вышел с камеры и в окне перспектива я меняю вид. Камера у меня все время в окне APR залочена. Ну все, тут остались мелкие настройки материалов. Вот этот вот пол, его я потом в дальнейшем, после того как записал урок, просто взял его и повернул 90 градусов, и выяснилось, что я не обратил сразу на него внимания. Так, это я взял кисточку и в режиме Surface, вот еще включен должен быть Surface, прошелся по нашему объекту, придал объем. В общем, я не договорил. Пол развернул на 90 градусов и немножко его подкорректировал. Он стал выглядеть лучше. Но это уже сделал после того, как записал это видео, поэтому видео переделывать не буду уже. Пусть будет как есть. Прошелся кисточкой, вот, и тут откуда ни возьмись случайно появилась подруга или друг, или это две подруги, в общем, не важно. На этом все. Наши модельки будут доступны для свободного скачивания, естественно, без вот этих вот чужих текстур, только то, что мы сделали сами. Пишите в комментариях, понравилось, не понравилось. На вопросы по мере нашего свободного времени мы отвечаем. Если хотите продолжение, тоже пишите. Не кидайтесь тапками, это первый мой практический урок. Всем до свидос.